кулинарное чудо продолжается сегодня. Сегодня Юлечка радует и радует. И торт был сегодня. И вот у нас кусок мяса, стейк, в мультиварке жарится. Даже слюной схожу. Все очень вкусно. Жена золото. Где золото мое? В магазине, в ювелирном, да. По всей видимости, в Сколково. Или как Соколов. Что-то он сейчас попадается. Нет, видео Соколов. Попался и здесь вот в переходе. Правильно, в Сколково. Там лежит колечко мое. Которая голубенькая, да? Да, но ждет у меня. Я поехал работать. Юля дома, в общем, осталась. Вот. Моросит дождик на улице. Вызвал такси, жду. По-другому тяжело добираться. Под дождиком весь промокнешь. Оптимальный, наверное, вариант такси. Еду на проспект Мира. Достаточно далеко из Сколково. На машине только час ехать. Вот, Юля осталась дома, решает производственные задачи по озону, развивает бизнес, как может, потому что нужно выводить в плюс точки, пока это все в достаточно таком подвешенном состоянии, вот. Тот, что в Казахстане, такие дела. За окном, в общем, дождь льет, как из ведра. Притом дождик странный какой-то. То начинается, то заканчивается. То прям усиливается, прям сильно-сильно. То прекращает. Вот, ехать час на проспект Мира. Едем. После этого поеду укол в ногу ставить. Сдаваться врачам. Вчера работа, вчера некогда было снимать. Сегодня еду ставить укол в ногу, как раз в поликлинику. В автобусе осталась одна остановка, ну и пойду сдаваться врачам. Тот самый, который мы купили за 13 тысяч. Вот. Ну а потом еще в одну поликлинику. В общем, сегодня день поликлиник. Музыкальная школа. Надо теперь поликлинику найти здесь. Честно говоря, я не помню, где она. Где-то должна быть недалеко очень. Погодка просто великолепная, чудесно, не жарко, не холодно, кайф. Я сегодня облачился в шорты, вот, в футболке, но на всякий случай взял жилеточку, вдруг кого что. Вот, укол идти делать страшно, в коленку, там с обезболивающим, конечно. Конечно, никто не любит уколы, но, в общем, должны залить какую-то жидкость туда, этот укол, в этом уколе какая-то жидкость, которая поможет, будет являться как смазка в колене, потому что после операции это всю жидкость оттуда выкачали, или она там вытекла, и получается, что
Может быть, я и хромаю из-за этого, потому что нету этой связки, жидкости нету в колене. Поэтому хромота присутствует. В общем, два таких укола нужно будет сделать. Первый сейчас, второй через неделю. Вот. Может быть, я хоть перестану хромать. Хромаю. Я уже, честно говоря, замучился хромать. Конечно, это не камильфо. Вот она, поликлиника. 212-е. 194-е отделение. Я здесь уже бывал. Записываться, короче, не надо. Сказал, просто приди без записи. Поставлю тебе укол. Поликлиника. Сама поликлиника. Ой, извините. Новая, все современное. Мой врач на четвертом этаже. Вот я и на уколе. Ответственный момент. Неделю готовился. Да, морально? Морально. Или материально? Ну, морально. Вот надо как было... материально готовиться, а не морально. Материально был готов. На самом деле, месяц назад нужно было еще поставить укол. Все, блин, так, разъезды. Нога расслабилась. Ну... Вы здесь находитесь на рыбалке, ладно? И да. У вас птичка, эта рыба не ловится. Вы грустный, да, нога висит. На девушку буду смотреть. Носом клюем. Как на смотреть? Носом клюем и ничего не ловится. Мне сказали, будет не больно. Не будет. А после укола, кажется, тоже, наверное, ничего не будет, да? Наоборот же, там смазка же. Там же смазка будет на ноге. Тут для этого и дается, делается смазка. Потому что у меня же нога плохо шевелится вообще. Особенно с утра. Я хромаю, как пенсионер. Комарик укусил, ладно? Все. Да, комарик укусил, чувствую. Ну там питерский комар был, наверное, да? Не московский. Сургутский. А? Сургутский. Сургутский? Вот это слово сургутское. Все, пожалуйста, все, молодцы. Не вижу расслабленную ногу. Расслабить надо ногу. Молодцы, он расслабился. Расслабился, моча там, в суставе. Не больно, но расслабиться вот как раз сложно. Вопрос вот расслабления как раз. Здесь в напряжении, наоборот. Ну, надо расслабиться, тогда будет кайфово, все. Вы же чувствуете, что не больно, правильно? Ну да. Если не больно, то надо расслабиться, надо получить немножко удовольствия. Все будет хорошо. Интересно, после этого укола должна она лучше ходить-то? Да, у вас будет улучшение должно быть. Я на велосипеде уже езжу, мне же можно? Потихонечку. Без напряга. Это травматологи решают. Так. Согнуть, разогну немножко. Еще. Как дела сейчас? Нормально. Все? Ну, получше стала нога двигаться. Заклеивай. Да, наверное, да. Фу. Волновался больше. Да, больше, да? Волновался, чем. Это всегда так. Так, сегодня можно это все снять, ладно? Да. Еще надо все снять? Да нет. Ну, через час, или там, через 15 минут снять можно. Да, через час снимите. Спасибо. Так, в общем, сегодня 14 число, пятница. Сделала себе этот укол. Так это все выглядит теперь. Через час.
Через час сказали. Через час сказали, повязку можно снять. Вот. Ну, не больно, больше страшно. Как бы. Немножко, конечно, кровит там. После укола. Как бы так. Но, по моим ощущениям, нога стала шевелиться лучше. Фу. Не могу точно пока сказать, но кажется, как бы должно стать лучше. Ощущается, что вроде как бы лучше шевелиться стало. Вот, доктор говорит, ногу расслабь, расслабь, расслабь. А расслабиться вот как раз сложно в такой ситуации. Жду автобуса. 734-го должен прийти. Нужно съездить еще в одну поликлинику, забрать лекарства. Вот. 707-й приехал. Мне нужен 734-й. Я в автобусе. 734-м. Квест продолжается, в общем. Лекарства в поликлинике не получил. Там где-то из каких-то списков я выпал. В эти списки меня никто там не довнес. В общем, зря проездил. Вот. Каким-то образом другим решать вопрос. Заехал в район Рассказовка. Район все преображается и преображается, все расстраивается. Все новые и новые какие-то фишки появляются. Фонтана, например, этого точно здесь не было раньше. Вот. Этого здания я тоже не помню, тоже не было. Тоже достроили эту историю. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Как делишки? Хорошо. Ты новые кроссовки купил? И шорты? Нет, это у меня были. Давнишние. Че, куда идем? Все. Ну, пошли. Че, Саш? Я забыла. Она хотела сказать то, что на день рождения 11-й айфон себе купил. А, да. День рождения 11-й айфон купишь? Да. Не денег. Мне подарили, я сейчас 30 тысяч. Ты копишь на 11-й айфон? Да. Тебе нужен 11-й, что ли? Мне не хватит на другой. Ну, ясно. Ладно, разберемся. До дня рождения еще далеко. А ты через какой вход входил? Да нет, через этот же вошел. Через тот? Да вы за мной следом прошли. Я бы что-то на улице вас не увидел только. Да ты, наверное, вот так проскочил. Наверное. В общем, мы забурились в Ростикс. Это Ростикс же, да, называется? Вот. На перекус. Молочные коктейли, крылышки, бургеры. Солнцево парк. Так, в общем, мы побывали в Солнцево парк, съездили к врачу, я съездил вот на этом чудо-самокате.
Ну а Пашка вот на этом велике. Правда, у него колеса чуть подспущены. Дело к вечеру. Ночеру. Или к ночеру. Вот. Мы приехали, в общем, опять в парк Сколково. Вот, к пруду. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так вот. Станет, вот такая. Вот такая, в общем. Вот такой вид у пруда в Сколково. Вот они, наши дома с красными крышами горят, с красными фонарями. Вот, сидим у озера, квакают лягушки. Вот. А мы разложились вот на таких шезлонгах. Как на диванчике. Да, да, да. Вот, она прям рядом здесь где-то крякнула. Пьем чай. Термос есть, чай навели. Вот. Вечернее чаепитие, в общем, у воды. Можем себе это позволить. Да, на велосипедах приехали. Мы не можем ни дня без велосипеда. Ну да, кайф. В общем, по итогу, в общем, после укола моя нога стала действительно чувствовать себя лучше, потому что было ощущение, как скрипела кость об кость, как не смазанные детали. И вот сейчас я проехал на велосипеде, я чувствую, еду с опаской, что опять все скрипит каждый раз, каждое движение, а оно, в общем, не скрипит. В общем, укол помог. То есть днем я это как-то так не особо, может быть, прочувствовал, а сейчас вот прям точно понял, что действительно стало сильно лучше. Прям сильно. Здорово. Можно, значит, будет ездить на более далекие расстояния. Да, прикольненько у пруда. Чай попить. Нужно походные какие-то кружки купить, эти пластиковые не то. А какие, железные? Думаешь, пластиковые? Ну а что, это так походные кружки есть? Знаешь, это есть? Мне? Да, я же когда походы покупала для вот этого термоса. Тут и фишка одна, что одна без ручки, одна с ручкой, чтобы можно было одну в другую вставлять. Да. Ну да. Я бы даже сказал, прохладно, что ли. Вот, есть, нет. Вот лягушки разошлись, вот они квакают на перебой. Ага. Прикольно. Вот здесь в камышах сидят. Камыши вроде же это, да? Камыши, Юль, да? Да, это камыши. Да. Кайф, конечно. Стояли, я не знаю, сколько лет. Ну, они там долго стоят. Откуда-то с рыбалки. Лет 10 они у нас стоят. Мы еще их с квартиры на квартиру перевозили. А камыш нельзя дома, оказывается. Ну, он пересборный. Хотя красиво дома. Почему нельзя? А? Почему нельзя? Ну, сухое растение, зачем оно дома? Живое все должно. Ага. Ну, он, видишь, дело в том, что камыш выглядит сухой, как живой. В этом и фишка, да, наверное? Ну,